Однако, здравствуйте! Удивительные вещи происходят иногда в самых обыкновенных школах. В один прекрасный день все переворачивается вверх дном, а причиной тому ученики, каждое утро спешащие в школу, чтобы оглушить ее своими криками, эмоциями и энергией. Героями нашей сегодняшней программы стали юные энергичные ученики 11 В класса. Одно из основных событий сегодняшних дней – выборы. Этой же теме был посвящен урок белорусской литературы в 11 В. Ну что, выборы волосного старшины. Я думаю, что для вас этот момент имеет полную интересность, потому что мы напередодні выборов не волосного старшины, а еще больше отказных выборов, выборов депутатов у наш национальный, нашего палату. Національного сходу, і поэтому коротенько сутність этих выборов, кто выбирается у волосные старшини, яким способом він хоче досягнути своєї мети, які прийоми применяє, які, на великий жаль, залишилися і сьогодні доволі життєвими ці прийоми. Ольга Першина. Когда мы собрались, то приехал русский начальник, и началось это, ну, выбирать. И он спросил у народа, спитал у народа, ну, кого он хочет бачить на это. То они сказали, что Захара Лемеша. Ну, и он, русский начальник, ну, согласился и сходился и начал писать. Але вошел Тимох, можно сказать, лепш не увайшов, а уварвався. Уварвався Тимох и начал кричать, чому, ну, не треба его выбирать, и он вельми там
з вас много крові випив, але я його ніхто не слухав і я його вивели Ці всі вони мовчали, не могли узняти свій голос протесту. Ці все ж таки знаходилися серед такі, їх такі, які будили селянську масу, надавали смілості, їм більш того, мали смілості судитися навіть з багатими. Ну, я хочу розказати про одного человека, который учится в этом классе. Довольно-таки нормально. Ну, любит он, конечно, все, что и все. Даже селедку. Ну, одевается как нормальный человек. Ну, все, наверное. И это я. Я хочу рассказать про своего друга, тоже сидит он со мной рядом. Так, вроде бы как нормальный друг. Мы с ним часто так ссоримся за всякой ерунды. Возим иногда вместе в школу. Этот друг, это Максим и Женя. У меня есть подружка, я с ней уже знакома с раннего детства, мы вместе дружим. Вот, все свои неприятности переживаем вместе, радости тоже. У меня есть одна черта, очень хорошая в ее внешности, это ее щечки. Любят их все, и не только я. Вот, и они дорожат тоже. Также я дорожу, конечно же, нашей дружбой, бывают разногласия, но это все поправимо. И причем, ну, она такой человек, что, естественно, может постоять за себя, за близких и за любимых, это в первую очередь. Хороший она человек, ну, в общем-то, это Оля Сапожкова. Вы с ней, наверное, уже знакомы. Вы ее еще увидите, обратите внимание на ее щечки. Характер. Ее характер очень вспыльчивый. Если ей что-то не нравится, начинает возмущаться очень-очень громко. Причем это лучше всего к ней, как бы, как говорится, под свою руку не попадать. Я хочу рассказать о своей подруге, с которой мы дружим уже очень давно, еще с первого класса, и были вдвоем в садике вместе. Вот. Она у меня очень симпатичная, стройная, всегда жизнерадостная, общительная очень. Вот. Я хочу пожелать ей здоровья, счастья, успеха в личной жизни, вот, чтобы все мечты сбывались, чтобы она любила своих друзей. Ну, я хочу рассказать про своего товарища по парте, который, ну, сидит рядом со мной. Ну, он нормальный пацан, как так можно выразиться. Всегда рад помочь в разных ситуациях. Ну, что еще можно о нем сказать? Всегда отзывается на... Всегда, ну... Нормально так относится ко всем, хорошо. Так. Ну, его зовут Кухарев Денис. Я хочу рассказать о своем классе. Он очень дружелюбный и всегда помогает в любых ситуациях. Но из класса есть пару людей, которые отличаются по отношению моих проблем. И я могу о них рассказать немножко. Это человек... Как это можно сказать? Очень хитер и умный. И всегда может выбраться из любой ситуации. Но иногда у него это и не получается. Но у него есть одни недостатки, что он очень холоден к женскому полу. Но это наш любимый и уважаемый
человек Киви Дима Писаренко. А сейчас новости кулинарии. Я знаю с 9 класса. И вот уже 2 года мы учимся в одном классе и сидим за одной партой. Он очень отзывчивый и дружелюбный человек. Он помогает в беде. Если нужно, может дать писать. Его зовут Тоболич Андрей. Мой сосед по парте очень хороший человек. Он очень любит заниматься спортом. Вот. Это меня очень, как бы, я ему даже завидую немного. Потому что он лучше меня в спорте. Он отзывчивый, очень веселый, любит пошутить. Вместе мы очень часто шутим. Но иногда он меня, конечно, достает. Но это ничего, я уже привык не обращать на это внимания. А зовут этого человека Ковалёнок Саша. Хочу рассказать про своего товарища по парте, которого я уже знаю очень давно, больше 10 лет. За это время я его узнал хорошо, довольно-таки. Знаю все привычки, все дела эти. Вот. Он очень хороший человек, очень отзывчивый, добрый. Вот. Очень такой... Довольно-таки красивый парень, как можно сказать. Блин, это самое вот. Девчонкам он нравится очень. Его зовут Александр. Шмалганец Александр. Я хочу рассказать про своего друга. Я с ним дружу уже более 10 лет. Неплохой человек. Умеет пошутить. Все такое. Неплохой пацан такой, наверное. Что ты хотел сказать? Ну, его зовут Чуплик Сергей. Ну, я хочу рассказать про очень неординарную личность в нашем классе. Он не уважает уроки. На уроки он почти не ходит. Обычно он... засиживается в спортивном зале, очень неуравновешенный человек, все время хочет
оскорбить Шамбурова. Пристает к нему. В детстве говорили, что он очень любил кефир в садике. Поэтому его называли кефиром. И да, ну, у него много названий. Обычно он надевает свой желтый галстук. Поэтому его называют селедкой. Или сельдереем, там, ну, там уже такие рыбки, там, камбалаты, ну, такие вот, всякие рыбки, такие, ну, такие маленькие и невкусные. Ну, зовут его Кухарев Денис, он там сидит, улыбается. Ну, я хочу рассказать про моего друга. Ну, он такой небольшого роста, такой симпатичный такой парень. Нормально так учится, так любит пошутить. Ну, такой вообще добрый, отзывчивый. Ну, в общем, такой хороший человек. Собственно, мы с ним познакомились только в 10 классе, так как я пришел в 10. Он тоже. Ну, вот из этих двух лет совместной учебы, еще пока не двух, точнее, но вот я сделал такой вывод. Собственно, все. А зовут его Мацелия Юрий. Ну, я хочу рассказать про своего товарища. Он сидит рядом со мной. Его зовут Лобенко Иван. Ну, у него мягкий характер такой. То есть, ну, он не злится практически никогда, когда его там достают или что-то. Ну, так, он парень хороший такой. Ну, короче, с ним можно дружить, там, он отзывается всегда, там, где помогает, там, что. Реклама – это тоже новости. Реклама. Я ей хочу пару слов сказать, чтобы она не обращала внимания на кое-какие вещи, которые она все время обращает из-за своей фигуры. Олька, ты не переживай, все будет хорошо. Еще что я не сказать. Но она очень добрая, отзывчивая девочка, помогает иногда в предметах мне, которые я не знаю, подсказываем друг другу вместе. Делаем иногда уроки, даем списывать друг другу. Я хочу рассказать о своей подруге. Она, мы тоже с ней, ну, познакомились 2 года назад, а так, ну, знали просто. Она очень добрая и симпатичная девушка, отзывчивая, всегда поможет в любой ситуации. Ну, и вообще классная девчонка. Это Харитонова Ольга. Я хочу рассказать немного о своей подруге, своей однокласснице. Ну, она вообще серьезная, мы с ней знакомы с 10 класса, потому что учились в разных школах, и ну, она вообще серьезная такая, иногда бывает веселая, может поддержать трудную минуту, помочь советам. Вообще в компании она разговорчивая, может поддержать здесь любую беседу. Ну, ее уважает коллектив, одноклассники, все. Это похмочь ее. Она замечательный человек. Я с ней стала дружить.
подружиться там 2 года назад. У нее красивые глаза и очень горячее сердце. Я люблю ее за то, что она всегда улыбается, смеется. Говорят, что люди, которые много смеются, они дольше живут. Эта девушка самая добрая, красивая, интересная вообще. Мне приятно общаться, мы дружим 2 года. Вместе ходим гулять в одну компанию, вместе ездим, если куда-то надо. Вот недавно перешли в эту школу в 90-е, учились раньше 74-й. У нее, она веселая, с ней интересна в компании, но у нее есть один недостаток, это то, что она очень долго собирается куда-то. Она любит долго постоять перед зеркалом, любит краситься, примерять одежду. В общем, иногда даже опаздываем в школу из-за этого. Это моя подруга Лена. Он твой мальчик, ты его девочка. Он обманщик, да и ты не припевочка. Ты наследила, он же не понял, что это было, кто этот кроме. И полетели ножи, и стаи упреков, и заблудились во лжи, и в собственных чувствах он тебя таки убьет. Но в самом финале, а пока дыши весной злой, с кем захочешь. Перепутал, ты растерялась, сонное утро, долго смеялась. И полетели ножи, и стаи упреков, и заблудились во лжи, и друг другу чувствах ты его таки убьешь. Но в самом финале пусть пока злой, с кем захочет. И полетели ножи, и стаи упреков, и заблудились во лжи, и в собственных чувствах он тебя таки убьет. Но в самом финале, а пока дыши весной, злой, с кем захочешь. Он твой мальчик, ты его девочка. Он обманщик, ты его девочка. Он твой мальчик, ты его девочка. Он твой мальчик, ты его девочка. Мальчик, девочка. На-на-на-на-на, мальчик, девочка. На-на-на-на-на, мальчик, девочка, на-на-на-на-на. Одним из самых приятных событий этого дня стал день рождения обаятельного представителя мужской части 11 класса Вани Лобынько. Он очень хороший человек, я ему желаю всего-всего самого хорошего, что можно пожелать на этом белом свете. Чтобы он всегда был таким энергичным, жизнерадостным, и чтобы он любил своих друзей и желал им всегда самого лучшего, как он это делает сейчас. Хочу ему пожелать, чтобы он всегда оставался таким красивым и умным, и чтобы не забывал своих потом одноклассников и одноклассниц. Хочу поздравить тоже Лобынько Ивана, пожелать ему всего-всего хорошего и побольше, чтобы он оставался таким же симпатичным парнем, не забывал 11 класс, также не забывал своих друзей с 24-й школы, особенно свою тетю замуж, чтобы он выбросил некоторые свои штучки, и чтобы
чтобы наконец-то в конце 11 класса, кроме Оли, он мне что-нибудь еще сказал. Белый месяц, плыве над ракою, моя ладца на том берегу. Ничего я жизни не треба, лишь бы ладца вернулась ко мне. Припев, а я сяжу, на лапцю гляжу, такую вот песню пою. Усё, конец, бум-бум, тиратир, фут-ясень, тонь-тоньки. Я хочу пожелать Лобанько Ване Ивану, чтобы в будущем году у него были много хороших успехов на личном и безналичном фронте. К нам в студию только что поступил звонок. А девочек не только 11 класса, но и всей 90-й школы с просьбой поздравить с днем рождения еще одного рыцаря 11 В Диму Писаренко. Реклама. В этом году ученик 11 В класса Ваня Лобанько узнал, что у него уже 150 прогулок. И если он прогуляет хоть еще один урок, то у него будет уже 151 прогул. Поэтому после бурного празднования своего дня рождения Ваня наконец-то решил сходить в школу. Одноклассники Вани не видели его 150 уроков, поэтому едва смогли узнать. Мы рады снова видеть тебя, Ваня. Новости науки. Ученики 11 В класса сделали сенсационное открытие в области зоологии. Они выдвинули свою теорию о том, чем питаются домашние животные в отсутствии своих хозяев. Оказалось, что они едят ананасы с картошкой, разные салаты с чем-нибудь там. Самое, что мне нравится из их кухни, что они могут очень заказать такое блюдо. Необычное и очень вкусное. А что касается пищи, так они едят все то же, что едят обычные люди, все съедобное. Некоторые предпочитают домашнюю, некоторые предпочитают что-то экстравагантное, но в основном они так же, как и обычные люди, едят все, что можно есть и все, что им нравится. Они едят, мне кажется, икру красную килограммами и запивают томатным соком. Им нельзя есть, они и так очень большие, толстые. Зачем им есть? Я в ихнем обществе не бывал. А по утрам они едят обычно кукурузные хлопья с молоком, как еще тосты там с джемом. На обед они едят простые суп, как и мы. Может, даже и наше блюдо – это щи и красный борщ. А еще что они едят на вечер, мне кажется, они просто попивают кофе. Ну, всякое такое, которые некоторые люди, ну, наши, то, что они не любят. Кашу, манку, ну, тоже с фруктами. Пьют дорогие вина, очень вкусные коктейли, едят сладости. Едят много шоколада, крема, тортов всяких. Пьют лимонады, напитков спиртных и газированных. Перекусывают в закусочных разных. Вот. В ресторанах дорогие блюда, все, что дороже. Типа пицца с мухами, там, какими-то тараканами. И там говорили пирожки с капустой. Однако на нашем канале снова время рекламы.
Where have all the flowers gone? Long time passing. Where have all the flowers gone? Long time ago. Where have all the flowers gone? Young girls pick them, everyone. When will they ever learn? When will they ever learn? Where have all the flowers gone? Long time passing. Where have all the flowers gone? Long time ago. Where have all the flowers gone? Young girls pick them, everyone. When will they ever learn? When will they ever learn? А сейчас новости искусства. На уроке литературы свой талант в прочтении поэтических текстов продемонстрировал герой «Девичьих снов» и друг всех школьников Александр Владимирович Новиков. Встречается редко городской экипаж. Королева играла в башне замка Шопена, и, внимая Шопену, полюбил ее паж. Было все очень просто, было все очень мило. Королева просила перерезать гранат и дала половину. И пажа истомила, и пажа полюбила все в мотивах сонат. А потом отдавалась грозова, до восхода рабыней проспала госпожа. Это было у моря, где волна бирюзова, где ажурная пена и соната пажа. Хочу сказать вам и пожелать, всегда оставайтесь в этой жизни людьми. Берегите тех, кто вас любит, кто вас помнит. Бережно относитесь к своим родителям, потому что вы тоже, вот в ближайшие годы, по опыту я знаю, что чем хуже учится ученик в школе, тем быстрее он становится родителем, заводит свою семью, начинает растить детей. Я вам уже как-то говорил, что со временем вы забудете все-все плохое, которое было в школе. Вы будете помнить только хорошее. И своим детям вы не будете рассказывать о том, что как я плохо учился в школе. Вы будете говорить: знаешь, сынок, или знаешь, доченька, я ведь учился только на пятерке. Будете говорить до той поры, пока ваша дочь или сын не найдут спрятанный где-либо там на чердаке ваш дневник. И тогда уже эта правда, эта, точнее, тайна раскроется. К сожалению, ну, может быть, не всегда нам удавалось подобрать каждому из вас вот этот вот ключик. Но расставаясь, я думаю, мы с вами будем еще встречаться, и встречаться по-хорошему. Хочу пожелать, чтобы все ваши мечты и желания исполнились. Чтобы у каждого во дворе, в собственном гараже стоял Мерседес 600-й. Чтобы были виллы на Багамских и Канарских островах. Чтобы были умные, хорошие, понимающие вас дети, которые из школы приносили бы только пятерки, занимались бы на музыкальных инструментах и спортом занимались бы, как многие из вас. Ну, в общем, хочу пожелать вам всего только самого-самого хорошего. Что случилось? Это? Что? Что такое, дорогой? А в этом классе металлистов нет. Я думаю, что они будут помнить школу. И не случайно, вот, наверное, из таких вот ребят, ну, были фанаты своей школы, которые написали на заборах, на счетах о дне встречи выпускников. И во всех словах сделали ошибку. То выпускник, то другую ошибку. Но не это главное. Главное, что ребята, в общем-то, помнят про свою школу, про учителей. Хороший класс, очень такой приличный. Люди, всегда с ними легко работалось. Ну, один к одному, все подобраны. Есть, конечно, яркие индивидуальности,
очень хорошо все время посещают наши занятия, приходят и так, и всегда и после уроков есть. Все у нас в порядке с ними. То есть таких людей бы побольше в школе. Вот, с сожалением, придется с ними расстаться. Когда там еще воспитаешь подобное поколение? Только могу характеризовать с положительной стороны. Я вам всегда говорила, что никогда нельзя отождествлять человека и то, как ему дается предмет. Сложный предмет, я все понимаю. Я уверена, что мы с вами отдадим экзамены. Каждый сдаст, как он может, на что он способен. Но самое главное, что я бы хотела, чтобы мы с вами всегда помнили, что нужно при всех обстоятельствах оставаться людьми. Удачи вам, любви, здоровья. Приходите в школу. Совсем скоро для вас позвенит последний звонок. Вы окажетесь на пороге взрослой жизни, будете решать совсем другие уравнения с другими неизвестными. Дай Бог, чтобы у вас все получилось. Эксклюзивное интервью в студии новостей «Классный руководитель». Мой самый первый выпуск. Хотелось бы, чтобы им всем в жизни повезло больше, чем нам. Чтобы жили так же весело, как они себя ведут на всех уроках. Но и не забывали о том, что они не одни в этом мире. Рядом с ними живут другие люди. Нужно всегда их помнить. И не всегда заботиться только о себе. Пусть им повезет. Успехов в поступлении. Эксклюзивное интервью в студии новостей «Директор». Помните, что самая главная опора – это ваша семья. Любите своих родителей, отца, мать. В беде, в горести всегда вам поможет мама, поэтому берегите своих родителей. И, наверное, любой человек не может жить вне своей родины, поэтому помните, что вы граждане Республики Беларусь. Вы должны гордиться тем, что вы граждане Республики Беларусь, и достойно нести звание гражданина Республики Беларусь, приумножать ее своими силами, своим интеллектом, своими знаниями. Поэтому, дорогие мои выпускники, я желаю, чтобы наши все ребята в 2001 году стали студентами, учащимися, чтобы ваша личная жизнь сложилась, чтобы вы радовали не только нас, учителей, чтобы вы радовали своих родителей. В добрый путь, дорогие выпускники! We don't say goodbye.
Да, удивительные вещи иногда происходят в самых обыкновенных школах. Но удивительными их делают те, без кого школа не была бы школой, ее ученики. Однако пора прощаться. Это была программа «Новости» и 11 В-класс. До встречи на большом телевидении. А сейчас предлагаем вам еще раз заглянуть к 11 В и увидеть то, что осталось за кадром. Все, я уже не могу, мне уже не хватает рукой.